Так, все прорисовала. Это кожи пентаклей. А, материальная энергия, материальный мир, не только финансы, все, что касается земли, еды, питания, заземленности, ресурсов. Если смотрите вы, это стадия обучения для взрослого, освоения нового обучения, медленного развития проекта. Если это вопрос детей, или вы мама, вот можно представить себе уровни энергии, обучения, такой записи инструкции к планете вашим ребенком. Вот он готовится и мечтает о шансе, который есть у взрослых, о том, что он слышал, о мечты, о кем он будет, когда вырастет и так далее. Здесь везде черненькая такая завитушка, это локон юности. В Египте так обозначался ребенок. Вот он сидит и знает, что когда он вырастет, там вот под лотосом какое-то сияние идет, а из-за лотоса его не видно. Вот эти шансы. Вот он начинает благодаря вашим инструкциям и помощи карабкаться туда к шансу, потому что сияние манит. Показал он пятую точку всем людям, которые обрезают крылья, не верят в него. Он идет к своей мечте и уверенно ползет даже. Вот он забрался и осваивает эти энергии мечты, счастья, новых знаний, потому что к любой энергии, как и к энергии денег, надо пристроиться, привыкнуть, войти к ней, с ней в резонанс. А если этого не происходит, мы теряем большие деньги, когда неожиданно приходим. Мы их должны переваривать, как и еду. Переваривать эту энергию, ассимилировать. Вот он учится, пристраивается к этому шансу, к возможности каждый раз получать новые шансы, к тому, что нет одного шанса на всю жизнь, который ты просрал, и все. А есть миллионы возможностей, если ты сам генератор своей вселенной. И вот он взял этот шанс, а когда выучен этот навык ребенком, нами сейчас, если не выучили мы это в детстве, то это как алгоритм действий, как дидактическая инструкция, как выученный механизм. Потом это работает везде. Главное освоить его. Выработать план действий, осознать вот эту вот внутреннюю инструкцию, как пошагово дойти. И тогда ты талантлив во всем и всегда получаешь шанс. И вот ребенок взял этот шанс. Я собираюсь это в своем оракуле, там, где будет больше, чем 78 карт, все стадии вот этого развития пажа пентаклей, который коротко многие называют дети, деньги, документы. Вот оставить все 4 стадии развития. Я не всех пажей так прорисовывала, здесь захотелось, чтобы видеть, на какой стадии находитесь именно вы, или то, о ком я спрашиваю, или сама ситуация, насколько она в зачаточном состоянии, или уже почти готова к разрешению.